Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! Сейчас я еду на выставку-ярмарку, сделанную в СССР. Это новый блошиный рынок. Вы, должно быть, помните, как я была на его открытии и снимала это. А сегодня я еду на аукцион, который проводит президент Союза коллекционеров Валерий Анатольевич Архипов. Когда-то, года 4 тому назад, я была последний раз на аукционе на блошином рынке ретро на Кристалле. И вот сегодня аукцион на Большой Семеновской. И там уже ждет меня моя подруга Евгения Высоцкая. Ну и надеюсь, что что-нибудь выиграю на аукционе. К сожалению, я опоздала к самому началу аукциона, но сразу же включилась и успела даже купить вещь, которая мне не особенно нужна была. Ну что ж поделаешь, азарт. На аукционе я встретила свою подписчицу Людмилу, и вы ее даже увидите попозже. Она участвовала в аукционе и даже приобрела очень интересные вещи. 100 рублей. Дорогая Людмила, 150, поздравляю вас 250, с покупкой. 300 огромный рублей. Привет от 300, меня. 350. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 400. 6. 400. 450 рублей. 500 рублей. 7 игрушек. До 700 можно смело давить. 1000 рублей. 1000 рублей. Раз. 1000 рублей. Два. 1000 рублей, 3 номеров. Итак, следующий лот. Кольцо, серебро, кубачи. Сейчас скажу примерно какой размер. Наверное, размер 17. Можете взять не руку. 17-18. 875-я проба, чернь. Ну, короче, такое вот украшение. Итак, кольцо. 24, 50, 100 рублей. Очень рада вас видеть. 150, 200 рублей. 250, 300, 350, 300, 400 рублей. 400, 450, 450 рублей. Раз, 450 рублей. Два, 400, 500 рублей. 26 номер. 500 рублей. Раз, 500 рублей. Два, 500 рублей. 550 рублей. 500 баклак, что ли? 550 рублей. Раз. 550 рублей. Два. 550 рублей. Три. Продано. Рома, кольцо твое. Ну тебе точно не налезет. Пойдет, да. Вы знаете, вот эти вот девочки, это американское производство, правда, изготовлены в Тайване. Эти девочки были сделаны из фарфора 70-80-е годы по рисункам, забыл ее фамилию, по рисункам одной американской художницы, которая любила изображать детей и была очень популярна в Америке. У меня их много, но одну из девочек, которая мне больше всего нравится, я решил все-таки пустить на аукцион. Итак, вот такая вот девочка, шикарная, фарфор, в идеальном состоянии. Итак, девочка, 50 рублей. 50 рублей, 10 номер, 100. 100 рублей. 150 рублей. Мария включилась в борьбу. 300. 300 рублей. 300 рублей. 350. 400. 400 рублей. Раз. 400 рублей. 500 рублей. 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. 550. 600 рублей. 600 рублей. Раз. 600 рублей. Два. 600 рублей, 3. Девочка продана. Поздравляем. Это ура! А дальше у нас пошли вещи, которые для души. Записывайте. Ее не так просто разбить. Но я думаю, что это вещь находилась в каждом доме. И очень приятно. Они очень часто попадаются, но, как правило, без бочонка. А это вот как раз вот полностью в комплекте. Итак, вот такая обезьянка, соломка и перечница. Слушаю вас. 50. 10 номер. 50 рублей. Раз. 50 рублей. 100 рублей. 150 рублей. 150 рублей. Раз. 200 рублей. 300.
Сколько ты сказал? 250. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. 350 рублей. 350. Раз. 350. Два. 300. 400 рублей. 400. Кто больше? 500 рублей. 500 рублей. Предлагает 22 номер. 500 рублей. Раз. 500 рублей. Два. 500 рублей. Три. Продано. 22 номер. Потом подойдете. Ну, это для особых ценителей, потому что на самом деле петух вроде как на вид совершенно простой, но чтобы вы понимали, это целлулоид. Это целлулоидный петух 50-х годов. Чем редок целлулоид сам по себе, потому что он очень хрупкий и горючий. И, как правило, до нас доходили они в плачевном состоянии. Этот петух, к счастью, целый. Поэтому, итак, ваше слово. А любитель игрушек 50 рублей, 100 рублей. На галерке 100 рублей. Раз. Я. А, ой, Мария, извините, 150 рублей. 150 рублей. Раз. 150 рублей. 200 рублей. 200. Мужчина, не машите, пожалуйста, номерком. Я уже говорил, что я один раз купил вещь, которая мне не нужна совершенно была. Так, 200, 250 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Два. 300 рублей. Три. Номерочек поднимите. Первый номер. 300 рублей между двумя согласными не читается, поэтому правильнее будет кал. В идеальном состоянии вот этот вот соусник, если у кого-то есть комплект столовой посуды, он прекрасно просто подойдет. С этими картушами, с пасторальными сценками внутри. Ну, конечно, это все деколь. Короче, вот такой вот соусник. Итак, соусник Гала. Германия, ГДР. 50 рублей. 50 раз. И всего можно его купить недорого. Итак, коньяк. 10 номер, 50 рублей. 100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 250 рублей. 300 рублей, 350. Английский, если он видел меня, то он говорил 250, причем почти без акцента. Вот это был профессионал. Итак, следующий лот. Ух. Это у нас пепельница. Пепельница же, да? Да. Конфетница. Не, пепельница. На нее клади все. Итак, пепельница. Чехословакия, тоже времен Советского Союза, где-то 70-е годы, наверное, конца 70-х. Такое, вся в люксе, стекло все целенькое, даже донышко не поцарапанное, видно, что она где-то просто стояла. Итак, пепельница. 50 рублей, 21 номер, ему бокальчика. Итак, 50 рублей. Это не ЗИК. Кто? Нет, не ЗИК. Это не ЗИК. Нет, это не ЗИК. Не ЗИК, не ЗИК, не ЗИК. Да не ЗИК, точно. Это не ЗИК. 50 рублей. 50 рублей, 10 номер. Раз. 50 рублей, два. 50, три. Продано. Слушай, тебе есть из чего выпить коньяк, а? Почему не тронутая? Потому что если в нее что-то насыпали, здесь бы все равно остались царапинки там. Ой, я даже не знал, что она так звенит. Мне что-то уже даже перехотелось. Ладно, короче, ваза. Ваза Мельхиор. Ваза Мельхиор. Так, добавкой меди, кстати. С добавкой меди, латуни, серебра, еще и платина. Да. Итак, ваза... Позолочено заодно. И вообще английская королева... Ваза Мельхиор, 50 рублей, галерка. 50, 100 рублей, 150, 200 рублей. Выше поднимайте. 250, 300 рублей, 350, 400, 450 рублей. 450 рублей, 500 рублей, четвертый номер. 550, 500, 600 рублей, 650, 700 рублей, 750, 800 рублей, 850, 1000 рублей, после 1100 рублей шаг, 1100, раз, 1100, 1200 рублей, 1300 рублей, 1300 рублей, четвертый номер, раз,
1300 рублей. Два. 1300 рублей. Три. Продано. Мария, поздравляю. Спасибо. Все, надо остановиться. Ну и просто можно чай пить, конечно. Но кто собирает у нас спортивную тему? Универсиада проходила в городе Москва в 1973 году. Вот такая кружка тоже в идеальном состоянии, потому что совершенно нетронутая позолота, видно, что она где-то стояла, но чуть-чуть внутри пыльная, но это пыль всегда можно отмыть. Итак, 50 рублей, 10 номер. Кружка Москва, Универсиада 1973 года. Призовая. 50. Призовая. Какая? Призовая. Призовая. Правда, я их много видел. Значит, призов было много. Итак, 10 номер. Что там, ЛФЗ? Это нет. Вот посмотрите. Я что-то даже не глянул. Украина. Украина. Долбыш. Москва. Типа Долбыш, ну, да. Долбыш, хорошо. Итак, кружка украинская, Москва, 1973 год. Ну, мы тогда были все в 80-х, может быть, даже 90-е годы уже. Ну, тоже в очень хорошем состоянии, битая, не колотая. Итак, ваза, 50 специалистов. Волна? А, да, 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 отлично. Короче, волна, вот такая вот кобальтовая вазочка, небольшая, но очень милая. Тоже в хорошем состоянии, но можно ее сравнительно недорого купить. Итак, ваза, кобальт, 50 рублей. Галерка? Галерка. Молчит, галерка молчит. Итак, 50 рублей ваза, 16 номер, 50, 29, 100 рублей. 100 рублей, раз, 100 рублей, два. Вот еще мужчина. Где мужчина? А, 150, 200, 200 рублей, 250, 200, 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. Она неплохо, два. Она 300 рублей. Три. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Вы видите, какая здесь работа по ней. Все это, ну, это все вручную вырезано. Дядькова. А? Дядькова. Ну, пусть будет Дядькова. Да. Я тоже думаю, что Дядькова. Вот такая вот шикарная ваза. Пожалуйста, попытайтесь ее себе приобрести. 50 рублей. 50. Раз. Так, ну это тоже типа волны, только побольше и такая более молочного, сине-молочного цвета. Итак, вот такая вот вазочка. 50 рублей. 50 рублей. 13 номер. 50 цветочки без воды. Итак, ваза. Кобальт. 100 рублей. 150. Ой, 50. 100. 100 рублей. Какой номер тут? Третий. Третий номер 100 рублей.